что, наша звезда сегодня опять не придет? О нет, зачем снисходить до нас смертных и ходить на, цитирую, скучные, никому не нужные пары, когда вам можно встречаться с новыми людьми и развиваться как настоящий фотокорреспондент? А тебе его не жалко? Слышала, что Мария Владимировна говорила, его отчислить собираются. Туда и дорога, мне-то что? Да ладно, Рамина, Егор хороший парень. Кирилл хороший парень, а Егор зазнается, ты с большим эго... Кстати, а где Кирилл? Уговаривает Егора явиться наконец-таки на пары. Вот об этом я и говорю. Ладно, пошли, у нас урок начинается. Doch sitzen am Tisch. Andreas ist noch nicht gekommen. Wo ist denn der Junge? Katrina, weißt du es nicht? Frau Günther. Alona, lassen Sie bitte Ihr Handy in Ruhe. Entschuldigen Sie, lesen Sie weiter. Er hat unseren Wagen kaputt gemacht und hat nun Angst vor dir, meint Katrina. Bist du sicher? Der Wagen steht ja vor der Tür. Er ist in Ordnung. Извините за опоздание. Можно войти? Herr Paschen, was für eine Überraschung. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, Sie hier wiederzusehen. Warten Sie, warten Sie. Bevor Sie hier Platz nehmen, beantworten Sie bitte folgende Frage. Welche Berufe können Sie auf Deutsch nennen? Das war die Hausaufgabe für heute. Чего? Berufe, verstehen Sie? Arbeit. Arbeit, хорошо, это я знаю. Ich bin arbeit a lot. Helfen Sie bitte Ihrem Kommilitonen. Назови профессии, которые ты знаешь. В детстве, знаете, я мечтал стать стоматологом. Еще я знаю профессию журналиста, по-немецки. Преподавателя. Рамина, Его, auf Deutsch bitte. Der Arzt, Lehrer и журналист. Es reicht. Рамина, korrigieren Sie bitte. Der Arzt. Die Ärzte, der Lehrer, die Lehrer, der Journalist, die Journalisten. Es reicht. Sehen Sie, setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Tja, in solchen Fällen sagt man, aus dem Esel machst du kein Reitpferd. Du machst ihn zäumen, wie du willst. Егор, если вы не возьмете за ум, мы с вами расстанемся. Öffnen Sie bitte die Seite 114 in Ihrem Lehrbuch. Рамина. Da stehen der Wortschatz zum Text und Übungen. Требовалось доказать. Ну чего, сегодня хороший день, и тебя не отчислили. Какие планы на жизнь, когда, вылетишь из МГУ? В Африку поеду, буду гором и стану врага. Какого врага? Главный враг человечества – тупость и лень. Да ладно вам, давайте что-нибудь придумаем. Что? Ничего, Кирилл, ничего не надо придумывать. Я и без диплома прекрасно проживу. Егор! Что, Егор? Все, до свидания. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Народ, есть идея, все будет фантастиш. Ты о чем? Завтра все расскажу. Я еще подумаю. Всем пока. Пока. Ладно, Кирилл, увидимся. А что за идея-то? Вы так не рассказали. Куда пошли? Что не согласится, я вот тебе точно говорю. Ну а мы попробуем, в конце концов, куда ему деваться? В Африку, он же вчера собирался. Рамин, у меня отличный план, все сработает. Ты со мной? Пойдем искать ребят. Ну что, пришли? Думаю, да, только где Егор? Так вот он и идет. Что здесь происходит? Егор, у нас тебе деловое предложение. Кирилл, я тебе уже говорил, что ухаживать за преподавателем
ради оценки. Я не буду. Ты о чем? Егор, да когда я тебе... Да ладно, шутка, расслабьтесь. Что у вас здесь? Егор, в общем... Это я предложила. Егор, я знаю, как помочь тебе с немецким. Тебе нужно включенное обучение. И куда мне ехать? Никуда не надо ехать. Никто, никогда и никуда тебя с такими оценками не возьмет. Я имела в виду, что мы можем друг с другом говорить на немецком языке. Егор, мы будем снимать собственное видео и запустим обучающий интернет-канал. Молодцы. Вперед. Егор, а ты? А я еду в Африку. Ну, я так и предполагал. А запасной план у нас есть? Есть. Давайте. Лосацун видео. Langweilige Seminare besuchen. Посещать скучные пары. Es geschieht im Recht. Туда и дорога, по делам ему. Beruflich fortkommen. Развиваться в профессии. Er ist ein echt guter Kerl. Он хороший парень. Entschuldigen Sie die Verspätung. Darf ich rein? Извините за опоздание. Можно войти? Was für eine Überraschung? Какой сюрприз? Es reicht. Достаточно. Wenn Sie nicht vernünftig sein wollen. Если вы не возьметесь за ум. Was zu beweisen war. Что и требовалось доказать. Was hast du so vor im Leben? Какие планы на жизнь? Wir besprechen das morgen. Обсудим завтра. Tschüss alle zusammen. Всем пока. Ein störrischer Esel. Упрямый осел. Na sowas, und weg sind sie. Ну вот, ушли. Aus dem Esel machst du kein Radpferd. Du magst ihn zäumen, wie du willst. Осла как не взнуздывай, скокуна из него не получится. Wir versuchen es trotzdem. А мы попробуем. Alles wird klappen. Все получится. Im Begriff sein, etwas zu tun oder etwas tun wollen. Собираться что-то сделать. Was läuft hier eigentlich? Oder... Was geht hier vor? Что здесь происходит? Wir haben ein Geschäftsangebot für dich. У нас к тебе деловое предложение. Wegen der Noten. Ради оценок, из-за оценок. Spinnst du? Ты спятил? Das war ein Scherz. Это была шутка. Eine großartige Idee vorschlagen. Предложить превосходную идею. Entspannt euch. Расслабьтесь. Auf geht's. Вперед. Habt ihr einen Ersatzplan? У вас есть запасной план? Am folgenden Tag oder am nächsten Tag oder am Tag darauf. На следующий день. Worauf willst du hinaus? Ты о чем?